Светлана зачитывает вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте, Михаил. Нашла на просторах интернета такой интересный вопрос. Было бы интересно узнать ваше мнение. Да. Мечтаем с мужем переехать в Новую Зеландию. 1.5 года муж усиленно учил английский. Получил визу студенческую на 2 месяца и поехал в НЗ учить бизнес английский. В Новую Зеландию, так. С последующей сдачей ESL-теста там же. Так. По профессии он системный администратор с огромным опытом. Хорошо. Перед поездкой мы заказали у новозеландской фирмы написать резюме, чтобы начать поиск работы. Главная проблема, конечно, заключается в том, что это студенческая виза без разрешения на работу. Да. И потенциальные работодатели такие резюме рассматривают неохотно. Прошло 2 недели, да, как мой муж в стране своей мечты. Но, чего и следовало ожидать, никто его на собеседование пока не пригласил. Да. Муж впал в депрессию, сказал, что где-то читал, что если за 2 недели вам никто не ответил, то значит уже не ответит вовсе. Самая главная печаль в том, что у мужа накануне поездки сократили на работе, предприятие разваливается. Да. Я сейчас в декрете, сидим оба безработные. Муж сказал, что если сейчас ничего не выйдет с переездом, то понадобится еще 2 лет для осуществления плана Б. Но я, если честно, уже немного от этого подустала. Надоело жить на чемоданах в ожидании чуда. Да. Мы перманентно находимся в состоянии копим деньги и во всех радостях жизни себе отказываем. А молодость проходит, а вдруг так ничего и не выйдет, а мы и не жили толком. Потому что после плана Б идет план В. План В, да. и так далее. Как быть? Стоит ли идти до конца в достижении своей мечты? Ну что же, давай порассуждаем немножко. Значит, что мы имеем на руках? У них не было ни плана А, ни плана Б, ни плана В. Никакого плана у них не было. У них был абсолютный авось. Абсолютный авось. Они даже резюме заказали новозеландской фирме, понимаешь, думая, что вот от этого что-то зависит. А то, что разрешения на работу нет, а то, что студенческая виза ничего такого не предусматривает, а то, что времени у него всего 2 месяца. А через 2 недели он, естественно, уже впадает в депрессуху. Там, и он считает, ах, ему кто-то сказал, где-то он чего-то вычитал. То есть он абсолютно не подготовлен. Понимаешь? И при этом она еще и в положении. И вот он поехал на абсолютную авантюру, при том, что жена еще и в положении. То, что он работу потерял, не страшно, он вернется, найдет работу. Он системный администратор, без работы не останется, это даже не вопрос. Но вопрос, понимаешь, девочка спрашивает, она говорит, стоит ли продолжать попытки? Конечно, стоит, но только не авантюрно, а размеренно, спокойно. И, как бы сказать, к цели двигаться надо. Понимаешь, нельзя же двигаться к цели, если к ней, ну, не идти, а идти по перпендикуляру какой-нибудь в сторону. И говорит себе, я иду к цели, а сам куда-то в лес убежал. Так же не получится. Вот, поэтому я ничего не знаю про иммиграцию в Новую Зеландию. Я только знаю, что люди туда попадают. Значит, какие там программы, что там, чего, понятия не имею. И почему надо было приехать по студенческой визе, например, а не по гостевой. Если бы он приехал по гостевой там или по туристической, хотя бы ему не нужно было деньги за учебу платить. Зачем надо было ехать по студенческой? Я не представляю этого ничего. Но смысл, и вообще-то далековато, я уже не говорю о том, а почему Новая Зеландия, ё-моё. Мы когда-то тоже хотели в Австралию. В Австралию мы хотели, да. Да, но это была Австралия как голубая мечта, это уж так далеко. Это была мечта, а сегодня, ниоткуда вообще. Да, а сегодня уже кажется, бог мой, это же такое, так далеко, оттуда вообще никуда не доберешь, там нормальная какая-то страна, я не знаю, как там жить. 6 часов лету, это самое ближайшее. Нет, люди живут, понятное дело, люди всюду живут, но вот... Ну, дело такое. Так вот, значит, то есть сама по себе мечта такая, ну бывает такая мечта. Ну так ты хоть спланируешь что-то. Понимаешь, то, что ты сделал резюме в новозеландской фирме, ты бы лучше в новозеландской фирме выяснил, как иммиграционный процесс работает. Или, может, в новозеландской фирме, там, чтобы она тебе помогла работу искать, или как-то, я не знаю. Сегодня, конечно, при наличии интернета и... все-таки можно на интернете раздобыть какую-то информацию о том, абсолютно, каким образом осуществляется иммиграция, что для этого нужно. Можно было получше подготовить. Дело, конечно, в том, что, понимаете, как
такая штука. Заказать резюме в новозеландской фирме, да. Это будет чистой воды шаблон какой-то. Никто вас лично не знает, ничего для вас лично не сделает. Куда-то они там разошлют резюме. А на самом деле... Они не разошлют, они просто подготовят. Нет, а вы им дадите какую-то болванку, из которой они сделают свои выводы, может быть, совершенно не такие, которые нужны для устройства на работу. Услышь меня. Фирмы, делающие резюме, за тридцатку у нас вот это на каждом углу, я бы им ни копейки не дал. Да, за я работу. Вот это и хотел сказать. Но что, дело не в этом. Что с этими резюме? Давай, не устроишь, девочки, вернемся. Девочка, да, в положении, понимаешь, да. У нее ребенок, она хочет жить, она молоденькая девочка, она имеет право жить, понимаешь, а не быть, как сказать, объектом каких-то странных таких планов, которые никуда не ведут. Нет, ну просто понимаешь, как, конечно, деньги нужно считать, и у молодой семьи каждая копейка на учете. Да. Она говорит, что вот мы все копим, но если процесс... На что копят-то? Да, вот если процесс какой-то более поставленный и понятно, на что копишь и сколько тебе денег нужно, да. Да, то, может быть, сам процесс накопления станет каким-то разумным. То есть, например, есть энное количество денег, получаемых системным администратором в виде зарплаты, да? Да. Какая-то часть сносная выделяется на жилье, не так, чтобы жить впроголодь и во всем себе отказывать, чтобы это была нормальная человеческая жизнь, а какая-то часть зарплаты откладывается, потому что действительно, если предстоит поездка семье из трех человек, то, наверное, нужны какие-то подъемные деньги. Свет, но это должно быть как-то разумно, пойми, обосновано. Если копить деньги для того, чтобы их потратить на то, что не дает достижения результата, можно всю жизнь так жить. Нет, ну естественно, поэтому... должен быть. Нет, одну секунду. Но. Это то, что я сказала. Должен быть совершенно четкий план с осознанием того, сколько денег нужно, на какой период. Что-то должен быть план детальный, не абстрактный. Подожди, да, постой дальше. Значит, должен быть план, который реализуемый. Вот, например, он системный администратор. Это большое дело, да, понимаешь? Да. Он компьютерный человек, у него конвертируемая профессия. Да. Он может искать рабочую визу в странах Евросоюза, да, в Соединенных Штатах, в Канаде. Понимаешь, он востребован по всему миру. Просто по всему миру востребован. Ну, пусть в Южную Корею пусть поедет. Ё-моё, ну что такое? По всему миру полно работы для системного администратора. Поэтому, что я хочу сказать, что пусть выбирает какие-то пути, так, которые реализуемые, которые, ну, вполне, как бы, и не требуют никаких денег особых. Что-то, зачем там дай-ка деньги? Дай-ка я скажу одну вещь. Значит, очевидно, у ребят, они не проделали большую домашнюю работу, которая заключается в следующем. Может быть, они не знают, какую нужно проделать работу, поэтому я скажу. Значит, нужно сесть на интернет, да? В первую очередь, наверное, это форум, мы говорим про US. Да. Там рассматривается очень много вопросов о миграции, и не только в страны США. Есть форум «Привет», да, для компьютерщиков, очень, да, хорошее место. Но там, я вот, насколько я понимаю, что говорим про US, там не только США, там и разные другие страны. Немножко, чуть-чуть, да. Наверняка есть другие форумы, поищите на интернете, где очень подробно описывается, как это сделать. Это все можно сделать, не выезжая из дома. И не тратьте денег. И не тратьте денег. И только тогда, когда у вас будет ясность, что, сколько стоит, куда ехать, какие ожидания. К нам обращаются люди, которые уже все спланировали. Они уже знают, где они снимут квартиру, сколько будет стоить такая квартира и как они смогут пешком добираться до школы. В каком окошке посольства женщина в розовой кофточке, чтобы к ней подойти со своим пакетом? Паш, вот на этом уровне люди... На этом уровне. Да. И чем больше вы проделаете, и чем тщательнее вы проделаете домашнюю работу, у вас будет более счастливая жизнь. Во-первых, вы будете заняты делом, а не просто... как сказать, эмоциями, от которых можно впасть в депрессию. Вы будете заняты реальным делом, вы будете ставить галочки в вашем чек-листе. Вот это сделано, это будет мне стоить столько-то. И у вас будет совершенно четкий план, что вам делать. А уж это самое, при наличии плана, я вас уверяю, что сколько бы денег вы ни зарабатывали, вам хватит и на жизнь, и на то, чтобы откладывать. Когда есть четкая цель, то вопросы финансирования и планирования, они решаются. Это вторичные вопросы. Ну, Александр Ильич, самая грустная часть вот этой истории была в том, что он поехал по студенческой визе с тем, чтобы там найти работу. Это вообще, понимаете, как в чужой стране, не ориентируясь там, нельзя приехать и вот так сразу найти работу. Это невозможно. И в Америке тоже. Ну, понимаешь, ему же местная контора сделала резюме,
А он две недели раз, ему никто и не звонит. Ну, да, а он рассылать не умеет, и резюме неизвестно, что у него там написано. Местная контора ему сделала. То есть, понимаете, как, у нас есть тоже местная контора, которая сочиняет резюме, с ними нельзя никуда обратиться. Они только оформляют резюме его. Это очень тонкий инструмент, который нужно знать, как им пользоваться. Светик, наши конторы, которые этим занимаются, не пишут резюме, а только оформляют. Да. Они просто оформляют красиво, и все. Если ты не сделал правильное содержание, оно так и останется неправильным. Да. А эти, самое смешное, что эти конторы не знают, как сделать правильное содержание. Они не могут. Не умеют, они не понимают, как человека устроить на работу. И эту работу, кроме вас, никто не сделает. Вы для этого есть профессиональные форумы. Например, вот есть российский форум для системных администраторов. Точнее, это форум Certification.ru, по-моему, он так называется. И там вот админы общаются, народ сертифицирован, они там все в сертификатах, как породистые собаки в медалях. Там суровые ребята сидят, там тебе любое резюме так раздраконят. Они по всему миру работают. Вот в этой тусовке надо быть. Находите людей, находите информацию. Это самое главное, чтобы была четкость. Давай к деточке вернемся. Мне нравится, что они деточку ждут. Давай мы про деточку и скажем. Ну, вот, кстати, к деточке вопрос такой, что совсем с маленьким младенчиком никуда ехать, конечно, вам не придется. И вот эти пару лет у вас как раз уйдут на то, чтобы сориентироваться, точно понять, в какую страну вы хотите делать. Вы еще очень молодые. Когда вы говорите, что жизнь проходит, 22-23 года – это вообще не возраст, а поверьте. Почему ты говоришь, что 22-23? Они сказали, что там кому-то 22-23, да? Нет, это в другом. Это в другом письме. Ну, в общем, я хочу сказать, что это для того, чтобы сделать серьезное исследование, да, вы на это потратите, может быть, год-другой, пока ребенок подрастет. И с двухлетним ребенком вполне уже можно куда-то ехать. Если у него будет рабочая виза, страховка, все дела, понимаешь, иначе в риск с маленькой Лялей ты же не поедешь, вот в неизвестность. Нет, в риск не поедешь, конечно, да, но на Исайлу можно ехать. В общем, я бы сказал так, я не знаю, как девушку зовут, молодую женщину, как ее зовут, я хочу сказать, что ничего важнее этого ребенка у вас в жизни нет. То есть может казаться, что что-то есть, на самом деле нет. Вот самое главное, что у вас сейчас в жизни есть, это вот этот ребенок. Конечно, вам для того, чтобы, ну, как сказать, ребенок этот вырос в правильной среде там, и так далее, вы можете в частности рассматривать, например, там, иммиграцию, пожалуйста, Новая Зеландия, Германия, там, я не знаю, там, куда угодно, это ваше дело. Это может быть частью, так сказать, вашего плана. Но вот как бы сосредоточиться на том, чтобы ребенок был здоровый, чтобы мама не дергалась, пока беременная ходит, а кушала витамины и чувствовала себя хорошо. И вот чтобы ребенок знал, что его любят, пока он еще вот там в утробе сидит. Понимаете? А молодому человеку нужно сказать, что вылезайте из депрессии, это совершенно неправильно. Он не в депрессии, он временно. Да, там, значит, да. Вам просто нужно вернуться домой, проделать ту работу, которая должна быть проделана, очень тщательно. От этого не уйти, если вы действительно хотите эмигрировать. Это самое. И так уже взрослый, появится ребеночек, взрослый, да. Немножко, у вас появятся новые заботы, и попутно вы будете это самое рыть эту информацию, складывать все до кучи, и у вас появится четкая картина. И, конечно, расти профессионально, это, безусловно, один из важнейших элементов. Расти профессионально. И делать более, ну, как бы по-взрослому, более профессионально делать, в частности, вот вопросы иммиграции, потому что все это все делается, и ничего такого тут нет сакрального. Просто нужно вот отнестись к нему так правильно, к этому процессу, и все будет на месте. Давай, Свет, мы на этом месте закончим и пожелаем ребятам удачи. Первый блин там, может быть, комом, это не имеет никакого значения. Понимаете, если из 10 блинов у вас один будет не комом, а прорвется, вы будете со стороны вот окружающих людей, они будут думать, что таких счастливых и удачливых, как вы, на свете нет. Да, поэтому вы помните, не бойтесь кома. Да, за одного битого двух небитых дают. Да, и вот с этим вперед. Счастливо.